уже не такой новый. Ну, Asus, короче, гиговая видюха. По-моему, двухъядерный процессор. По идее. Или четырех. Я не помню, честно, двух или четырех. Скорее всего, двух. Не знаю. Я сама себе собирала новый не так давно. Прошлой зимой. А ты стационарный, да? Ну да. Я вообще себе сделала зону игровую в своей мечте с телеком вместо монитора. О, блин, круто. Я так что кайфую в креслице напротив телевизора, и все офигенно видно. Блин, прикольненько. Я единственное, только не очень удобно, пока не придумала. Пока не придумала, куда системник спрятать, чтобы он не стоял рядом со столиком. Купи себе стол, системник. Ну, вот хочу какой-нибудь там. Просто в столе, короче, все эти... Но материнка... Его закрывать тоже нехорошо, он же, если будет закупорен где-то в полке, он там греться будет. Так водяное охлаждение туда и все. Ну и водяное. Это я, может, потом поставлю. The new Raptor production facility appears to be entirely underground. A crashed freighter on the surface has been masking its location. I fear they have developed even more deadly raptor prototypes here. Собаки, в смысле? Просто летел в стену, врезался и как будто улетел за карту. Move and strike. We have to win this. Выкинул обратно. Текстурки попал. Наверное. Я помню, раньше на какой-то миссии Гримира нашла место, короче, где можно вдруг текстуры провалиться. Лазить там под картой можно было. Прикольно, на кожу холод не действует. Забафался на кожу, нормально. Перемещение все равно медленно. This may be difficult. The production facility is entirely automated. There is no way in without your warframe being torn up in the assembly line. Блин. You'll have to figure out how to destroy it on the planet surface. Ты на точку беги, там босса нужно убивать. Мобов можешь не убивать вообще. Ну 1500 на точку. Developing more advanced robotics. If the Corpus are building newer Raptors, it's imperative we destroy the prototypes and their means of production. Are using a gravity conveyor system to move product up to the surface. It will be heavily shielded. Не. Сорян, бро. Heavy robotic signature detected. Что он за читер? You've been seen. Что произошло? Надо догнать и брохнулся там умер. Встаньте на эти все три штуки. И там, где он будет вылетать, если будешь стоять сверху, он не вылетит. Нет, не надо, пусть вылетает. Ай, блин. Все. Его прям в этой колбе убивать нужно. But you have to completely cripple this facility to halt rapid production. Блин, я вообще не понимаю, куда бежать. Я заблудился, все.
devastating hit. Now finish the job. Has gone critical. Great work, Tenno. The Corpus Finance will regret their investments today. Now, get out of there. Чем здесь энергия стоит? Ну там от холода щит тратится. А это энергия? Угу. Мне тут поставили. Это не энергия, это щиты. Чем? Они уменьшаются от холода. Оператора выйти, да и все. Хочу. Второй раз. Второй раз. Ага. Вчера же нам тоже оно насыпало. Ну да. Не, наверное, все. Окей. Дубаньки. Да, вот. Куда пойдешь? Кофейку сделаю и можем с тобой сходить на оборону или на выживалку. Окей. Все, пока.